Всегда с радостью и доброй улыбкой принимает гостей Петр Васильевич. Сам выходит встречать посетителей. А повод для очередного визита в село Молотицы сегодня был необычный. Фронтовик хвастался новой баней, которую накануне установили у него в огороде. Получить такой весомый подарок он ну никак не ожидал. Говорит, что когда к дому подъехала большая машина с огромной бочкой, думал, что это к соседям. Не, еще не мылся. А только что вот налаживаю, это вон, приехали вот этот бак поставили, все это уложили. Я почитал эту инструкцию тут, и вчера считал все. Вот это вот, вот, значит, вот это не подходит вроде, вот так, вот это. Я уже все сделал, и вот камушки наложу. Теперь на шестисотках у Петра Васильевича две бани, однако старая совсем обветшала. Полы прогнили, крыша прохудилась. Протапливать ветхое сооружение нужно было долго, тепло она совсем не держала. Хотели ремонтировать ее, а потом вызвали там этих, ну, вообще-то бригады. Приехал и говорит, нет уж тут лучше, говорит, это новую, если... Тоже много денег за это. Это уже нет. Чем это ремонтировать, лучше, говорит, чего-то нового надо. Хватит сижу, ба, даже подъезжает машина. И это, я думал, чего? Я думал, вот сосед, он все это строится. Поглядел, нет, это самое приехало. Помогли ветерану Великой Отечественной войны в решении бытового вопроса доброжелатели. В кратчайшие сроки построила баню муромская фирма, а оплатили работу и доставку спонсоры при содействии администрации Муромского района. У нас единственный ветеран, который остался в строю в Муромском районе. Ну, спросил, какие как бы бытовые условия как бы жизни, какие проблемы, какие как бы просьбы. Петр Васильевич сказал, что у него, конечно, старенькая баня, которую мы здесь видим, которая как бы, ну, пришла в негодность, разрушилась и как бы негде мыться. Поэтому, скажем, администрация района приняла все усилия, как бы нашла спонсоров, которые как бы проспонсировали это дело, купили баню-бочку. И поэтому к дню пожилого человеку Петру Васильевичу данный, как бы, скажем так, банно-прачечный комбинат мы смонтировали как бы здесь, на его домашнем земельном участке. Поэтому Петр Васильевич, ну вы сами видите, остался доволен, поэтому дай бог ему здоровья, пускай живет долго и счастливо. Боевой путь Петра Шмелькова начался в феврале 44 года. В 18 лет он отправился на фронт, попал в саперную часть, строил мосты, наводил переправы, воевал на Белорусском фронте. В апреле того же года попал под бомбежку, получил осколочное ранение в спину, раздробило кисть руки. Его отправили в медсанбат. К сожалению, руку спасти не удалось. По состоянию здоровья был комиссован. Сейчас 96-летний герой живет в своем родном селе. Петр Васильевич сохраняет не только бодрость духа, но и тела. Теперь готовится с удовольствием принимать банные процедуры. Крепкого здоровья нашему ветерану. Вадим Уколов, Николай Молоденов. Наши новости.